39-летняя Анна Семенович не только самостоятельно ведет свой микроблог. Экс-солистка группы «Блестящая» не раз вступала в диалог с фолловерами. Ранее певица жаловалась, что на личной страничке в Instagram ее стали все чаще спрашивать о материнстве и будущей беременности. Сама исполнительница попросила поклонников не беспокоиться по поводу ее личной жизни, заявив, что всему придет свое время. И торопиться с такими важными моментами, как родительство, она не собирается. А несколькими часами ранее в микроблоге Анна опубликовала свежие кадры, решив ответить на запросы сильной половины человечества, изъявившей желание увидеть ее фигуру в купальнике. Ради поклонников мужчин Семенович устроила импровизированную пляжную фотосессию. Больше по теме в платье и сапогах, Макеева устроила фотосессию на ферме с гусями. Бывшая жена Глеба Матвейчука поделилась с подписчиками свежими кадрами и порассуждала о моде. «Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон. Мне вот интересно, мужчинам, которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами. Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров. Но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда», — добавила Семенович. Кроме того, певица выразила недовольство тем, что дизайнеры мировых брендов шьют одежду на девушек с третьим или максимум четвертым размером груди, обделяя вниманием женщин с пышным бюстом, то есть обладательниц пятого и шестого размера.